Привет, друзья! Приветствую я вас на своем канале. И сегодня мы будем с вами готовить куриное филе в сливочном соусе. Этот рецепт – настоящая находка. Куриное мясо получается нежным, сочным, пряным и ароматным. Его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Сливочный соус – отличное сочетание с курицей. Нам потребуются сливки, вяленые томаты, зелень, специи, сливочное масло, перец, чеснок и куриное филе. Вымоем куриное филе и нарежем его крупными кусочками. В тарелке смешаем специи, это могут быть приправы для курицы, это могут быть сухая джека, это может быть соль, быть обычная с перцем, все то, что вы любите. Куриное филе натрем специями и солью. Нарежем сливочное масло и выложим его в разогретую сковородку. Как только наше сливочное масло растаяло, мы выкладываем куриное филе на сковородку и обжариваем наше куриное филе с двух сторон. А в это время нарежем наши вяленые помидоры. Измельчим чеснок. Добавим для пикантности горького перчика, несколько колечков. Итак, с одной стороны наше куриное филе поджарилось, переворачиваем ее на другую сторону. Поджаренную курицу уберем со сковороды и в эту же сковороду мы добавим сливки. К сливкам добавляем наши вяленые нарезанные томаты. Добавляем нарезанный чеснок и горький перец. И все хорошенько перемешиваем. После того, как наш соус мы перемешали и он слегка у нас закипел, выкладываем обратно наше куриное филе в сковороду. Продолжаем тушить наше филе 10-15 минут, при этом добавим зелень. Все, дорогие друзья, блюдо наше с вами готово. Филе получилось сочным, ароматным. Гарнир к филе подойдет любой. Ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. Спасибо большое вам за просмотр.